сейчас мы будем готовиться. Добрый вечер. Очень много красивых, знаменитых людей нашего города. Ажиотаж полный. Впервые в Владивостоке открывается целая неделя моды. У нас Владивосток становится модным. Я рад тому, что это началось. Пусть это такие молодые, красивые девочки. И самое главное, чтобы у них был вкус, который мы прививаем здесь, в этом вузе. Поэтому идея замечательная. Я считаю, первое мероприятие такого уровня. Поднимать модный уровень нашего региона. Будет очень интересно, очень много людей, много подготовки. Я считаю, что такие мероприятия, конечно же, нужны, но делать их нужно не буквально несколько дней в году, а посвятить этому целый год. Хочется поблагодарить и сказать огромное спасибо за внесение каких-то инноваций конкретно в наш город. Веска всегда поддерживает молодых и перспективных дизайнеров, моделей, которые вышли на мировой уровень. Естественно, такого уровня показы – это практически впервые. Поэтому, да, мы первооткрыватели, так сказать, высокой моды в городе Владивостоке. И каждый что-то для себя найдет. Сегодня будет пока только открытие, посмотрим, как пойдет.